Целую плеяду праздничных мероприятий подготовил Дворец культуры «Энергетик». Всю неделю здесь шла подготовка к одному из самых важных для буддистов празднику – Сагалгану, Новому году по лунному календарю. Бурятский культурный центр «Туя» подготовил новую программу вокального коллектива и детской танцевальной студии, которая открылась в прошлом году. Праздник начнется 13 февраля в 12 часов. А в День Святого Валентина все влюбленные пары Ангарска смогут принять участие в необычном флешмобе. 14 февраля в 14 часов мы приглашаем всех ангарчан на свадебный флешмоб, который называется «Давай поженимся». В этот день всех пришедших на это мероприятие будут ждать конкурсы, подарки, лотереи, розыгрыши, приятные сюрпризы от покровителя всех влюбленных Святого Валентина. В этот же день, 14 февраля, театр сказок Дворца культуры «Нефтехимик» ждет своих маленьких зрителей на спектакль «День рождения кота Леопольда». Он посвящен 25-летнему юбилею коллектива. Дворец творчества детей и молодежи 14 февраля станет местом проведения муниципального открытого форума для молодых мам и женщин в декрете. Инициатором проведения мероприятия выступил клуб «Сибирячка мама». Здесь можно будет получить консультации специалистов КУМИ, управления образования и здравоохранения, побеседовать с психологом и посетить мастер-класс по имиджу и стилю. Можно узнать по ситуации о детском саде, как попасть в детский сад, какие условия конкретно для вас. Если у вас льготная очередь, то что нужно сделать, какие документы, в какой срок предоставить, по правам матери и ребенка, по льготам и субсидиям, которые предоставляются в городе, в области и в нашей стране. А в субботу, 13 февраля, любители активных видов спорта смогут принять участие в массовых заездах лыжни Ангарска. Старт соревнований в полдень на стадионе Ангара. Словом, выбор очень большой. В эти выходные можно и отдохнуть, и заняться спортом. Главное – иметь в запасе свободное время. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин, «Местное время».